Привет, друзья! С вами Булавцев Михаил. Мы находимся в отеле «Азимут» в Сочи. И сейчас мы будем подглядывать за Лилей, которая каждое утро, каждый день и даже находясь в Сочи, делает приветствие солнцу. Занятия, такие элементы из йоги, пока она нас не видит. И вот так вот мы проводим каждое утро. Занимаемся. Наслаждаемся. Миша. Привет, привет. Интересно, привет. Ты что подглядываешь? Не я один, а все наши зрители, партнеры, друзья, коллеги наблюдают, как ты делаешь приветствие солнцу. Я тебя сейчас тащу. Прямо на солнышко смотришь. И после каждого приветствия мы вместе уже начинаем делать планку. Вот такая вот у нас физическая, легкая физическая утренняя зарядка. Скажи, какой у нас вид из окна. Такой вид из окна. Наш вид из окна вы все видели уже во всех постах. Ты позанималась? Нет, еще. Я, раз уж ты меня снимаешь, хочу сказать, что вот эта йоговская практика приветствия солнца, она очень здорово гармонизирует весь такой внутренний мир, физическое, духовное состояние. Я после этой практики чувствую себя такой наполненной, сильной, мощной, и день проходит вообще на ура. То есть вот все задачи, которые я перед собой ставлю, они все абсолютно осуществимы очень легко и просто. То есть это твой секрет бодрого, активного, позитивного дня? Да. Я правильно понимаю? Это еще не все секреты. У меня еще есть секрет, что после этой тренировки я обязательно пью wellness. Или просто wellness взбиваю в шейкере. Или делаю смузи с фруктами, с полезными, с финиками, с орешками. Добавляю туда измельченные семя льна, кунжута, чиа-чиа, вот эти семена. И с овсяными хлопьями. Очень вкусно получается, очень полезно. Я вам рекомендую. Спорт, wellness, отличное настроение, шикарный бесплатный отдых с компанией Oriflame. И ваша жизнь будет полна счастья, радости и суперских классных изменений. Ну а теперь уделаем планку. Всем пока-пока. Пока-пока. А мы дальше заниматься.